Ваши противники будут гнать вас из-за моего имени, потому что они не знают того, кто послал меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то на них не было бы греха. Но сейчас у них нет извинения в том, что они грешат. Почему вы все еще не понимаете, что я вам говорю? Вы не можете слышать меня. Вы принадлежите вашему отцу, дьявол, и хотите исполнять волю вашего отца. Он от начала был убийцей и не признавал истины, потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, то он говорит на своем родном языке, потому что он лжец и отец лжи. Но я говорю вам истину, и поэтому вы не верите. Может ли кто-либо из вас обличить меня во грехе? Если же я говорю истину, то почему вы мне не верите? Тот, кто принадлежит Богу, слышит, что Бог говорит. Вы не слышите меня, потому что не принадлежите Богу.